Всем привет, любители стальных баталий! С вами снова Смолдер. Давненько вы у меня спрашиваете, куда я дел рубрику «Основы активного геймплея». И как я уже давненько говорил, решил я ее поделить на две части. Первая – это решающий вклад. Ну а сейчас вы смотрите вторую. И начинать мы будем именно с того, с чего стоит начать такую рубрику, а именно с самых-самых основ. Для людей, которые уже умеют играть в Armored Warfare, мои советы могут показаться банальщиной. Однако, как мне кажется, даже они смогут для себя что-нибудь уловить в этом небольшом выпуске. Либо в последующих, где я уже буду рассказывать о приемах танкования, интересных позициях и других вещах, которые помогут вам более успешно отыгрывать в Armored Warfare. Ну и давайте не будем затягивать и так уже затянувшееся вступление. Если вы новичок, либо просто не шибко заморачиваетесь по этому поводу, то скорее всего у вас стоят дефолтные настройки интерфейса, которые предлагает сама игра. Давайте же разберемся, какие из настроек полезные, какие не очень, и какие стоит вообще отключить, потому что они будут мешать вам в бою. Ну и начнем, пожалуй, с главного. Главных вещей в нашем интерфейсе две. Первое – это миникарта, второе – это прицел. Что можно сказать о миникарте? Во-первых, это ваш самый главный помощник в бою. Именно с помощью нее вы можете определить, когда вам стоит ехать куда-то, а когда стоит отступить, и в какой позиции находится противник. И смотреть на нее нужно обязательно и постоянно. Лично я в свое время приучал себя смотреть на нее либо каждые 5-10 секунд, если ничего не происходит, либо после каждого совершенного мною выстрела. И разумеется, для того, чтобы правильно оценить ситуацию по миникарте, вы должны мало того, что знать саму карту, на которой вы играете, но и видеть, где стоит противник. То есть миникарта должна быть таких размеров, чтобы вы могли точно сказать, что в том-то квадрате находится такой-то камень, и за ним светится этот противник. И как по мне, стандартного масштаба миникарты вам не хватит. Поэтому рекомендую зайти в настройки интерфейса, выбрать пункт миникарта и переместить ползунок масштабирования со значения в 100 единиц до 135, ну либо до 125, если вам кажется, что этого будет слишком много. Что касаемо второй главной вещи в интерфейсе, то есть прицела, то тут все достаточно индивидуально. Вам в равной степени как может и нравится то, что он такой громоздкий и занимает полэкрана, так и нет. Но у него, так же как и у миникарты, есть параметр масштабирования. Все в тех же настройках интерфейса. Выбираете пункт прицел и дергаете ползунок в ту сторону, в которую вам нужно. Но здесь есть одно но. Если вы сделаете прицел слишком маленьким, то скорее всего цифры, которые будут обозначать вашу перезарядку, расстояние до цели или еще что-нибудь, вы можете не увидеть, просто потому что они будут также уменьшаться вместе с прицелом. Ну а если его сделать слишком громоздким, то он будет занимать добрые 75% экрана, что будет отвлекать вас от ситуации в бою. Следующее, что обязательно нужно настроить, это такой пункт, как информация о попаданиях. Для тех, кто не в курсе, что это такие две маленькие таблички на экране, на которых написано, например, кто в тебя попал и сколько урона нанес, либо в кого попал ты и сколько урона нанес ему ты. Ну и разумеется, отображается суммарный нанесенный урон за бой. Изначально эти таблички отключены в интерфейсе, но их можно запросто включить, просто зайдя в настройки интерфейса, выбрав пункт «Информация о попаданиях» и сняв галочки «Скрыть» с обеих табличек. И изначально они займут свое стандартное место примерно по центру экрана, справа и слева под счетом. Но лично я нахожу это положение неудобным, поэтому информацию о попаданиях по мне я перенес к миникарте, а информацию о моем уроне, который нанес я перенес на левую верхнюю часть экрана рядом со счетом. Почему так? Все достаточно просто. Я не люблю захламлять свой экран разной информацией, поэтому таким образом я просто освобождаю себе как можно больше места. Да и к тому же это достаточно удобно. Когда ты смотришь на счет, то можешь посмотреть и урон, нанесенный тобой в бою. А когда смотришь на миникарту, то видишь, кто по тебе стрелял последним, либо же наоборот. Например, по тебе кто-нибудь выстрелил, и ты сразу же посмотрел, во-первых, кто по тебе выстрелил, а во-вторых, откуда, глядя сразу на миникарту. Следующий, достаточно важный именно для новичков, на мой взгляд, настройка интерфейса являются уши команд.
Для того, чтобы их настраивать, не надо особо совершать никаких действий, это можно сделать прямо в бою в левой верхней части экрана. Там вы найдете несколько прямоугольников, каждый из которых отвечает за свой вид ушей команд. Нажав на них, вы можете выбрать тот вид, который вам будет более удобен. Но, как я и сказал, для новичков, на мой взгляд, это очень важно, поэтому для них я бы рекомендовал выбрать тот вид ушей, который стоит у меня, с указанием ника и танка противника, просто потому что, допустим, такую ситуацию. Вам в бою попался достаточно умелый игрок за вашу команду, и вы знаете о том, что он умелый. Так как в наших ушах отображается количество ХП союзных танков полоской, то вы сможете правильно и вовремя оценить ситуацию и помочь в случае чего этому умелому игроку. Таким образом, вы точно можете сделать что-то полезное для команды, а может быть даже выиграть бой. Поэтому этот инструмент я бы тоже не стал недооценивать. Ну и, пожалуй, последнее из действительно важного, что стоило бы включить в интерфейсе, это отображение нанесенного вами урона противнику таблицей. Что я имею в виду? У нас есть три вида отображения урона по противнику. Первый – это, если я не ошибаюсь, линия, просто отлетающая вверх хпшки от танка противника. Второй – облако. Это то же самое, только хпшки отлетают наверх и в разные стороны, и сделано это более как-то мультяшно. И третий вид, самый информативный, это отображение урона таблицей. Хпшки здесь никуда не отлетают, они четко зафиксированы над танком противника или союзника. Кроме того, отображается точное количество пробитий этого танка, если оно совершалось в какой-то определенный короткий промежуток времени. И разницу вы заметите сразу, потому как на тех же автопушках у вас будет отображаться именно общее количество урона, нанесенного противнику, а не просто 10 или 20 хп, которые будут постоянно отлетать от этого противника, там, скажем, каждые полсекунды. Включить эту функцию можно в настройках во вкладочке геймплей. Помимо нее там будет еще масса всего полезного, например, горизонтальная стабилизация карты, либо выбор, в каких режимах вы хотите увеличение мини-карты. Например, вы хотите, чтобы она у вас работала на всех видах техники, либо только на арт-сау. Лично у меня эта функция вообще отключена, я в ней не вижу острой необходимости. Ну и, пожалуй, последнее, о чем мы сегодня поговорим, это такая вещь, как значки. С недавним патчем, если не ошибаюсь, это был 0.16, а может 0.15, были введены в игру значки, которые отображали якобы достижения игрока в процессе боя. Каждый из этих значков будет появляться с определенным звуком, а потом улетать в какую-то фигню, якобы как корзину, где они копятся за весь бой. Лично я эту функцию вообще отключил, просто потому что она достаточно сильно отвлекает. Например, вы привыкли к тому, что у вас лампочка все время отображается над прицелом, и когда там появляется что-то инородное, например, этот самый значок, то вы уже невольно думаете, что это лампочка. А даже если у вас и нет похожей проблемы, то все равно звук, посторонняя анимация и захламление опять же экрана достаточно сильно отвлекают вас от боя. Поэтому я рекомендую зайти в настройки интерфейса, снять сначала все галочки и отключить звук, который есть ниже галочки «Скрыть», а потом уже нажать на саму галку «Скрыть», для того, чтобы ничего вам больше не мешало в бою. Ну а на этом у меня, пожалуй, на сегодня все. В следующий раз мы с вами поговорим либо о том, какие командиры и какие перки полезнее всего ставить на какие классы техники, либо обсудим и рассмотрим некоторые приемы танкования в боях на основных боевых танках. Какая из этих двух тем вам более интересна, пишите в комментариях. В любом случае, оба эти ролика выйдут, просто пока неизвестно в каком порядке. Также в группе ВКонтакте вы можете предложить свои варианты техники для обзора. Обычно технику на обзор я беру именно оттуда. Ну а если вам понравился этот ролик, пожалуйста, оцените его и подпишитесь на мой канал. С вами, как всегда, был Смолдер. До скорых встреч!